левый крайний. Разыгрывающий. Он много бегает, подарки раздает. Но он как главный, босс команды. Думаю, что он более разыгрывающий, я думаю. Ну, смотря какое настроение будет на Новый год. Ну, можно, наверное, сначала вечерний наряд, а потом переодеться в футболку. После 12, да? После 12. Сугробы поколения. Это более как-то новогоднее ощущение, потому что без снега, мне кажется, это не Новый год. Ну, я не знаю. У меня было и то, и другое. И без снега я встречала Новый год, и со снегом я встречала. Так что в Астрахани никогда нет снега. В Астрахани никогда не было снега. В Тольятти было очень много снега всегда на Новый год. Поэтому по мне бы я бы встретила, наверное, в теплых краях где-нибудь. У нас Михайловская очень вкусная икра. В Астрахани, как известно, рыба очень вкусная икра. Поэтому мы привыкли, и поэтому выберем красную икру. Одеялась, наверное, волка одеялась. Ну, это да. Я по абзацам. Я как раз кот кролика как раз. И обязательно, да. Более как дома, по-домашнему, семейно. Ну да, наверное, хочу всего лишь, наверное, дома отметить Новый год, и чем в ресторане. В ресторане я представляю, что там творится, суматоха. Во-первых, места надо забронировать, это все заранее, об этом позаботиться. А дома ты спокойно приготовил, встретил, отметил Новый год. Позвал друзей, гостей к себе в гости. Одноклубники, просто их в каждых странах по-разному называют. В России это Дед Мороз, а более, за границей это Санта-Клаус. Да, наверное, для меня тоже так, что они одноклубники, не враги. Вообще, мне кажется, по всему миру Дед Мороз и одноклубники. Все-таки брызги шампанского, чем глинтвейн. У нас в Астрахани не было зимы, нормально. Может, когда маленькая значит, была. Я слеплю быстрее Дед Мороза. Ну, если, конечно, такого Дед Мороза. Ой, снеговика. Здравствуйте, 2 числа на тренировку. Ну, 1 января нам не работает тренажер. Да. Все, поэтому марафон и спим. Футбольное катание, наверное, но для меня. Ну да. Чем прыжки. Футбольное катание. Но это все зависит от Снегурочки, смотря какая Снегурочка будет, наверное, какое у нее будет настроение, экстремальное или не очень.